Все, мои любимые, еду домой. Рассматриваю цветочек. Такую красоту. Привет, привет. Сходила. Пообщалась с женщиной. Кто там горлица ходит? Он видит горлица, он как в цветочках гуляет. Вот это просветленный. Что ей еще надо, ходит, это для нее как деревья, как будто в саду, в своем. Вообще так все красиво. Так что фото стоит 1,5 миллиона. Собачка, собачка, мужчина с такой собачкой гуляет, смешно, смешно, куда-то он побежал, водитель, что-то покупать. Она сказала, крутается, 2 дня я вас учу бесплатно, как продавать, что говорить, я с вами, вот, ну а потом продаете 10% от продаж. Надо 1 раз в 2 недели, ну раз в полмесяца. Я говорю, а как-то предлагают за выход? Нет, за выход берешь, а потом сколько-то там процентов от выручки раз в неделю выплачиваешь, а потом 2 недели. Она говорит, ну у нас так. У нас так. А где, как где-то, мне неизвестно. Вот. В общем, не знаю. Я сказала спасибо большое, я подумаю. Вы все думаете, вы не думаете. И вот я думаю, если вы на этом можете смотреть, главное, на кого-то работать. Наверное, нет. Вот. Целая куча собачек. Уже курины подружки. И вся планета. О, сколько. Целая свора. Спасибо. Спасибо. 55. 55 мы выедем.
Вон там целая свора собачек. Видите? Хорины подружки. Или друзья, не знаю уж. Так и есть, пасмурно, немножко вышло солнце, а я так хожу в очках. Приехала домой. Тут каждый день хожу, смотрю, тын, инжир. Видите, какие уже эти плоды. И тут их усыпано. Лепота. Там такой, как это можно сказать, такой киоск небольшой. Продают очки, средства от загара и всякую всячину, крема какие-то. А, от трескания пяток, еще от чего-то. Она мне, кстати, на руку намазала какое-то, сказала... Потом посмотрите. Я говорю, а на вторую? Она говорит, нет, на одну, чтобы вы разницу видели. Я понюхала. Очень красиво пахнет. Очень нежно. Вот, она сказала, у нас только фирменные очки. Мы вот эту китайскую всю эту фигню лабутню не продаем, потому что не хотим, чтобы люди портили глаза. И все средства у нас натуральные. Какая-то там геленджикская какая-то фирма. Не знаю, короче. Я еще во все это не вникала. Вот. Она говорит, 2 дня я с вами, вы учитесь, я смотрю, как у вас получается и так далее, чтобы вы все эти крема могли рассказать людям, что это, да как, да для чего. Я говорю, так я и... не могу прочитать и все это рассказать. Она говорит, нет, нужно вот определенные слова знать. И тра-та-та. Какие они все в водичке, смотрите. Красивые. Вообще. Я тут возле этого. Как его. Гаража стою все время в такой неприглядной позе. Разглядываю эти, когда они откроются, эти лилии. Вот теперь они открылись, я их все рассматриваю. О, какой у меня гость. Кисюня, ты кушать пришел? Кисюня. Кисюня, привет. Кушать сейчас тебе дам. Что ты тут все мявкаешь? Принесла тебе, на. Кушай. Кушай, мое солнышко. Кушай, моя радость. Вкусненько? Не подавись потихоньку, не спеши.